В этом ролике я покажу, что произойдет с маслом, если пропустить через него высокое напряжение. Масло является изолятором, то есть ток не пропускает. Казалось бы, что с ним такого может произойти, но на самом деле все оказалось гораздо интересней. В прошлом ролике, когда я пропускал напряжение через воду, образовывался висящий водяной мостик. Но каково было мое удивление, когда я сделал то же самое с маслом. Оно тонкой струей переливалось из одного стакана в другой, прямо по воздуху. Он прямо перелетает через бортик второго стакана и залетает там чуть дальше. Попробовал чуть побольше. Когда я повысил напряжение, мостики стали делиться. Оно уже через верх пробивает. Заземленная отвертка притягивает к себе струю. А пластмассовая ручка почти не влияет. Он еле-еле вот вниз. Случайно разлитое масло под воздействием напряжения каким-то таинственным образом пытается вновь забраться в стаканчик. Для них там три. Сгорел, от беда. А почему он, интересно, сгорел? А, разрядник надо подключить. Придется покупать новый электронный трансформатор на AliExpress. Для покупки я использую сервис MartiSale, которым я всегда пользуюсь. В нем мне нравятся высокие ставки по хэшбэку и мгновенные выплаты удобным мне способом, особенно вывод на карту банка. Один зритель спросил, а что будет, если зажечь свечки возле такого мостика? С помощью пламени смотрим за потоками. Нету мостика. Удивительно, но при свечах мостик не образовывается, как бы я ни менял напряжение. Хотя пламя ведет себя неспокойно. А вот дальше началось самое интересное. Когда я отклонял струю отверткой, я заметил на поверхности масла образование волны. Чтобы детальнее рассмотреть это явление, я налил масло в тарелку. А что это, Лен? Ой! Ой, кошмар! Ого! Что происходит с маслом? Что за жидкий терминатор пытается из него вырваться? Ой-ой, она прям выливается. А в масло погружая исчезает. Так сильно стреляет под маслом. На столе что творится? На столе движение больше, чем стрелка. Вот это надо еще заснять. Случайно разлитое масло словно оживает. Как называется это явление? И по каким алгоритмам образовываются эти узоры? О, так сразу в двух местах как-то. А почему, интересно, такие волны? Я что же как зашевелился. Ля, от этого как-то вообще ядерный эффект. Его можно перебивать и так вот, с помощью высокого напряжения по столу гонять. Ну что, попробуем поуправлять маслом. Поносим. Ох, ля, страшно, да? Опа, ничего себе. Похоже на отпечатки пальцев. Масло разбивается. Ля, что я сделал? Каждый палец создает свой неповторимый узор на поверхности масла. Так я не прикасаюсь. А вот другой палец вообще, ля, мутирующий. Вот это да, ля. А на этот палец, ля, подкипает. Вы думаете, как же мы уберем это масло? Все очень просто. С помощью электричества можно очистить стол от масла очень быстро и направить его в нужное место. Включаем. Видно, как капля формируется. Вот она формируется. Пошло, пошло! Бля, как оно течет! Оно под углом, оно пруги, ты видишь? Да. Всего 15 минут, и все масло до последней капли было собрано. В следующем ролике мы сделаем сверхмощный конденсатор энергии из обычной кока-колы и попробуем зарядить в него 1 000 000 вольт. Но что-то пошло не так, и результат нас шокировал. Подпишись, чтобы не пропустить.